Сегодня в республиканской столице состоялось открытие обучающего семинара «Реализация государственной и национальной политики в субъектах Российской Федерации» для специалистов региональных и муниципальных властей СКФО. В течение 3 дней участники познакомятся с правовыми основами государственной и национальной политики и исследованиями в сфере межнациональных отношений. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Левшоков. Семинар будет способствовать повышению знаний и компетенций специалистов органов власти, представителей общественных организаций. Программа является частью проекта Федерального агентства по делам национальности России и МГУ имени Ломоносова. Именно умение правильно взаимодействовать органам государственной власти с общественными институтами является важнейшим для развития государства. Поэтому уверен, что этот семинар даст огромную пользу для ее участников, отмечают организаторы. Семинар в первую очередь даст практический результат. Это будет обмен опытом, обмен мнениями в части тех проблем, которые есть в Северо-Кавказском федеральном округе. Приезжая в каждый регион, мы выделяем специфические особенности каждого субъекта, погружаемся в конкретные местные проблемы. Коллеги, взаимодействуя друг с другом, имеется в виду и ученые МГУ имени Ломоносова, и местные практики. От имени руководства республики всех участников семинара поприветствовал заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Джанибек Суюнов. Он подчеркнул, что полученные знания необходимы всем работникам власти для взвешенной, сбалансированной национальной политики, основанной на всестороннем знании истории и культуры народов России. Несомненно, содействие повышению уровня компетенции государственных и муниципальных служащих является одной из важнейших задач гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, что подчеркивает важность и необходимость проведения таких мероприятий. Уверен, подобные мероприятия – это прекрасная возможность поделиться научным и практическим опытом по осуществлению региональной и муниципальной политики, направленной на укрепление межнационального мира и согласия в субъектах СКФО. Председатель Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений доктор политических наук Владимир Зорин в своем выступлении отметил, что такие площадки дают возможность познать различные модели работы межнациональной политики в регионах СКФО. Самое главное, что он проходит после нашего всенародного голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации. И там есть очень важная поправка, которая касается повышения роли Института гражданского общества в выработке и реализации государственной политики. А применительно к нашему семинару это этноконфессиональные отношения, это миграция. Занятия с ведущими учеными-экспертами будут проходить в течение 3 дней. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.